Вопрос о том, куда пойти учиться, волнует каждого школьника. Помочь определиться с выбором профессии ребятам помогает Центр занятости. Каждый год сотрудники службы устраивают ярмарку учебных мест, на которой у будущих выпускников есть возможность напрямую поговорить с представителями учебных заведений и сделать правильный выбор. На этот раз более 300 учащихся 8 и 9 классов школ города и района выбирали свой будущий колледж. Подобные мероприятия всегда пользуются спросом у конаковских школьников. Ведь для того, чтобы определиться, с каким делом связать свою жизнь, каждому старшекласснику необходимо знать, какие специальности востребованы на сегодняшний день и где можно получить хорошее образование. Уровень образования, который дается в нашем учебном заведении, достаточно высок. И наши выпускники поступают в центральные вузы нашей Родины. Вот. У нас очень тесная связь с такими учебными заведениями, как Московский энергетический институт, Тверской технический университет, Ивановский энергетический институт. И ребята, имеющие наш диплом, могут поступать по внутреннему экзамену в данные учебные заведения. Встречи школьников с представителями учебных заведений организуются в нашем городе два раза в год. На них приглашаются не только конаковские колледжи, но и гости из других городов нашего региона и Московской области. На этот раз в фестивале профессии участвовали преподаватели Твери и Дубны. Наш учебный заведение – одно из самых сильных в Московской области. Наши программы даже вошли в программы топ-50. Это очень многого стоит. Наше учебное заведение очень сильное, потому что мы победители большого количества национальных проектов. Мы победители конкурсов «Фоллскирс», международных конкурсов по рабочим специальностям. Для того, чтобы ребятам было проще определиться, каждый представитель подробно рассказал о своем учебном заведении, об условиях поступления и о том, какие программы обучения предлагаются абитуриентам. Благодаря ярмаркам учебных мест большинство школьников уже смогли выбрать нужную дорогу. Я собираюсь поступать на медицинский в город Кимры. Достойная профессия, мне кажется. Каждого человека хорошая, спасать людей. И собираюсь идти на хирурга, врача. Я буду поступать в Тверской колледж имени Венецианова, в художественное отделение. А чем обусловлен выбор? Рисование – это мое самое любимое занятие и, наверное, единственная вещь, которой я хочу заниматься. Вот рассматриваем несколько вариантов. Педагогический колледж интересный. Хореографическое творчество. Я давно занимаюсь танцами, так что, думаю, может быть, пойду. Скорее всего, в Тверскую школу в МЧС, 16-й. А так, а ты куда? Вообще без понятия. Я еще не определилась. А почему в МЧС? Не знаю, хочется спасать людей там, заниматься этим, нравится. А я ему помогать буду. Уже как-то готовитесь к этому? Ну да, конечно, уже к нормативам, там, к собеседованию, там, все дела. Также каждый желающий мог пройти тест по профессиональной ориентации. После обработки результата сотрудникам службы занятости, школьники смогут лучше понять свои наклонности к той или иной специализации и определиться с выбором.